Ряд совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и ведущего научно-исследовательского института Японии РИКЕН были презентованы президенту России Владимиру Путину во время его визита в страну восходящего солнца на минувшей неделе. Визит ознаменовался рядом межгосударственных соглашений в различных сферах деятельности. Проекты вошли в спецвыпуск правительственного информационного издания «We are Tamagotchi», рассказывающего о сотрудничестве двух стран. Именно с КФУ в России сотрудничает один из лидеров мировой науки Институт физико-химических исследований РИКЕН, который проводит исследования во многих областях науки – физика, химия, биология, медицина, технические и компьютерные науки. Начало сотрудничеству между Казанским университетом и РИКЕН положил визит профессора КФУ Таюрского в 2002 году. Логическим развитием отношений стало подписание в августе 2008 года соглашения о программе совместной аспирантуры. В октябре 2010 года было подписано соглашение о научном сотрудничестве между Институтом физики КФУ и Институтом передовых наук, входящим в состав РИКЕН, а также соглашение об организации в Институте физики КФУ совместной лаборатории. Связь между КФУ и РИКЕН становится все крепче, и об этом говорит тот факт, что ректор КФУ Ильшат Гафуров несколько раз посещал РИКЕН, а предыдущий президент РИКЕН Рёзино Юрий также был в КФУ и стал почетным доктором Казанского федерального университета. КФУ и РИКЕН совместно готовят специалистов высшей квалификации в области физики. Действует в нашем ВУЗе и комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий и области физики, химии, медицины и генной инженерии. Без сомнения, одним из наиболее значимых направлений сотрудничества КФУ и РИКЕН является медицина и генная инженерия. Создана совместная лаборатория «Функциональная геномика». Идет активное взаимодействие через Open Lab и виртуальные научно-исследовательские лаборатории, созданные в рамках программы повышения конкурентоспособности КФУ. Так, в рамках этой программы кандидат биологических наук Олег Гусев находится в РИКЕН, в Японии. Он работает в международной лаборатории экстремальной среды и адаптации. В частности, он изучает свойства комара-звонца, который после летаргического сна в космосе вновь ожил. Понимание такого свойства организма насекомого позволит в будущем космонавтам переносить длительные межпланетные перелеты без ущерба для здоровья. Также сохранить сушеные растения в космосе, чтобы затем взрастить семена на других планетах. В октябре 2015 года был открыт медицинский симуляционный центр в университете Джунтендо в рамках договора между КФУ РИКЕН и университетом Джунтендо. На сегодняшний день в центре установлено симуляционное оборудование по эндоваскулярным, лапароскопическим и гистероскопическим операциям. Сейчас в центре установлено около 7 тренажеров. Мы привыкли, что новейшие технологии используют из-за рубежа. Здесь же наоборот, Япония заимствует современные технологии у России. К слову, сотрудничество КФУ и РИКЕН с этого года поднимается на особый уровень. Наконец, в мае 2016 года в ходе визита представителей КФУ и РИКЕН было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Таким образом, коллеги не будут останавливаться на достигнутом. Например, скоро может появиться новый совместный академический юнит КФУ и РИКЕН в области медицины. Такой проект уже находится в разработке. Елизавета Евтифеева, Универ Ньюс.